Запись еще в ОБС подключил. Короче, вроде бы, на комп, но особо на нагрузку не влияет. Я себя вижу на втором мониторе, и мне надо выбрать вообще, что же я все-таки буду держать во внимании. Какие-нибудь, не знаю, вебочки, либо все-таки правила, да? Мне на самом деле очень сложно смотреть в камеру, да? Привет. Я как бы стесняюсь, я, можно сказать, впервые за столько лет я выкладываю видео конкретно с вебкой, которое я сделал, а не которое я, ну, на стриме просто вот вебка у меня была, и ты ее никак не уберешь. Тут я как бы намеренно, осознанно беру и смотрю за гимнастикой челика, кажется, да? Или что он еще сказал? О! Потянулся, нагнулся. Что еще сделаешь? Ищу дом, ребята. Ищу дом, ребят. Ну, сажаю, надо подождать, когда сейчас кончится. Не простили, сука. Выпусти, братва. В долгу не останусь. Сыпаны, мусора. Почему столько много клонированных зэков, блять? Почему они одинаковые в ведро? Мне в ведре будет покомфортнее. В ведре реально охуенно, ребята, поверьте. Меня напрягает то, что я сижу, еще у меня тут показано, как я выгляжу на камере. Я обычно сижу, когда записываю, я вообще на это внимание не обращаю. Мне как бы похеру, как я выгляжу, что я делаю. Вот, но это же увидят другие люди. Хотя ладно, я ж могу вообще вырезать какой-то фрагмент, где я на вебке сижу. Глаза мы смотреть друг другу сегодня не будем. На меня это и так давит, сам факт, что я под камерой сижу. Братва, давайте будем малафить стены этим попуском на ментах. Давайте жестко малафить стены, пожалуйста, чтобы они знали, с кем связались, бляди ебаные. Да завали ты нахуй, ебаный. Закрой пасть, ублюдок, либо я тебя выебу, под шканарем сидеть будешь. Кусок дерьма, блядь. Под диван быстро, шваль, блядь. А ну, лысый! Ого. РП момент, блядь. Стой, не стреляй. Давай договоримся. Иди сюда, я начал тебя малафить. Давай, я тебя опускаю. Хорошо, подошел, молодец. Я тебя начал малафить жестко, давай. Ну чё, бляди, сидите, да, теперь? А я теперь в роли полицейского. Ясно вам, нахуй? Сидите дальше и сосите друг у друга хуи, потому что тёлок у вас в тюрьме нету. Ты что-нибудь кроме вейсченджера можешь? Вас, наверное, уже тоже достали все эти боты из Dark RP, которые единственное, о чем могут говорить, это voice mod, разбор своих ЖБ, и дальше можно перечислять по списку из моих роликов. Какая тут атмосфера, если ты даже банально не можешь поменять голос своего РП-персонажа? Но ничего, мы ведь все понимаем, зачем люди на самом деле заходят на Dark RP, чтобы возомнить себя каким-нибудь аниме-персонажем, темным лордом или еще чего похуже. Но сегодня я вам предлагаю сбежать из этой донатной аниме-клиники под названием Dark RP в новое место, потому что Amazing Online открывает новый сервер под названием Black. А что это вообще такое, ваш этот Amazing Online? Это игра про знакомую нам всем атмосферу городской жизни, где ты можешь стать полицейским, сотрудником спецслужб, главой мафии, бизнесменом, политиком, дальнобойщиком или кем тебе угодно другим. И все это, конечно же, на новом сервере Black. Свежая экономика, свободные дома для покупки, а также блатные номера для машины, бизнесы, должности, а также посты лидера, которые ты можешь занять на новом сервере Black от Amazing Online. Поэтому не упускай свой шанс занять место под солнцем на этом серваке. Еще Amazing Online запустил огромный розыгрыш 3 ноутбуков с RTX 4050 на борту. Для участия в розыгрыше достаточно просто играть на новом сервере, а подробности ты можешь узнать в официальных сообществах этой игры. Что-нибудь кроме voice changer, я тебе могу за лупой по лбу настучать, хуесос. Ты идиот, жалкий, блядь, предатель. Какой нахуй фритайзер? Я только полицейским стал, а ты мне про фритайзер рассказываешь, другалёк, блядь. Я тебя даже в душе не знаю, не ебу, кто ты такой. Братан, я тебе скажу так, ты на ОБС-ку попал. Я на ОБС-ку и так, сука, записываю себя, нахуй мне твой ОБС. Удобная штука, второй монитор. Я не знаю, как я раньше играл и записывал ролики без второго моника. А, помню, у меня вот такой оверлей был стимовский. Тогда не нужно было на монтаже вам показывать, вырезать отдельные куски правил. Вы все видели на экране, это было в какой-то степени удобно. Здорово, куда идешь, что делаешь? Куда ты? Куда? Стой, подожди.
подожди, эй, мужик, мужичок, мужичара, подожди, постой. Постой, постой. Стой, говорю, ну стой, ну шо ж ты, подожди. Ну подожди, я ж тебя видел, ты от меня уже не скроешься. Уже не уйдешь. Уже... Посади, шваль, блядь. А там он тоже кому-то нахлобучил, но меня это не волнует, меня только что какой-то мудак хотел зарезать. Надо, как бы, для порядочности-то перезарядить тазер, а то вдруг еще какой-нибудь ебанутый на меня выскочит. И резня, резня, убивать, убивать. Его идеи, это, блядь, что вообще? Ну ладно. Здравствуйте. Здравствуйте, мне чем заниматься, скажете? Проблем нет, спасибо, господин мэр. Работать. Ну а что делать, какой район патрулировать? Да все, все. Ну, меня на все не хватит, понимаете? Я, конечно, ну, исполнительный сотрудник, но на все... Ну, сколько успеете, столько успеете. Хорошо. Слышишь, ты вроде бы адекватный, не особо говорливый. Пойдем поработаем. Только сначала голос сломается у тебя, а потом... Я тебе хребет, блядь, сломаю, прежде чем у меня голос сломается. Клещ, блядь. Я просто не слышу, что вы... Пойдем. Что-то я сегодня заведенный, пиздец. У меня и настроение приподнятое, на самом деле. Я наконец-таки разобрался, в чем причина, что у меня машина выебывается. Глоточек за маму, глоточек за папу, за кота, за всех близких. Там, возможно, теракт будет происходить, там что-то подозрительное происходит. Да я знаю. Ну как произойдет, тогда и звоните. Опа, мэра зовут, подмогу зовут. Мне-то так, лохов щемить, это работа. Тех, кто отпор дать не может, типа безоружных, беременных, детей, женщин, а стариков. А слабо без саундпада говорить? Не слабо. Или голос слишком детский? Голос слишком детский. Что ты до голоса-то доебался, я не могу понять. Ты сам две буквы выучил, мурчать начал, и мне что-то тут про саундпад говоришь, пиздец. Ты давай, попизди нахуй, ебать, ты человек, ебаный нахуй, мне 22. Так я, да, человек, блядь, а ты кто? Ты ебаный клещ под микроскопом, который что-то себя возомнил, непонятно что. Охуеть можно. Иди нахуй отсюда. Что тебе этот саундпад приелся, я не могу понять, что тебе надо, я просто живу свою жизнь. Самую лучшую, кстати говоря. Что я вам советую, ребят, наслаждайтесь жизнью. Господин полицейский. Кого мусором назвал? Кто, блядь? Саринка ты ебаный. Туда его, туда. Почему полиция не работает в городе? Почему? Мы работаем, мы работаем. Вы просто не понимаете, в чем заключается моя работа. Моя работа как полицейского обычного рядового заключается в том, чтобы щемить лохов беззащитных, которые не могут дать отпор. А те, кто силен, я на них просто не рыпаюсь, потому что у меня сил не хватит. Слышишь, где мэр? Мэр? Где мэр, братан? Не знаю, дрочит опять где-то. Я просто последний раз его видел в этом положении. Слышишь, собери ментов, блядь, подопечных. Так я не шеф, я так, скорлупа, которая ментовская бегает. Ты чепуха, да, короче? Да, я под мухой, короче, да, я под мухой. Вопрос, а почему ты его сейчас не арестовываешь за оскорбление госсотрудников? Да мы на руфле сидим, мне кажется, сейчас тут бегаем, общаемся. Сейчас хуйня какая-то точно произойдет около серьезной, а так это просто РП-пиздобольство, разговорчики, которые ничего за собой не несут. Что-то он там докопался до саундпада, да пусть он нахуй идет. Можно, нельзя саундпад, я вообще в рот это ебал на самом деле. Самое дебильное правило, которое сделали на Dark RP. О, к стене встаньте, пожалуйста. Еще нет КЧ. Ну, я понимаю, нету КЧ, но к стене лучше встать, потому что он начался, я имею право проверить вас. К стене встань, я тебя проверить хочу, КЧ начался, имею право. Право на это. Сейчас, погоди, хату куплю вот тут. Ага, ну все, все, я тебя проверил, иди домой быстрее, давай, побежал. Я к мэру вообще хотел, ну ладно. Ну, лучше сейчас пересидеть, а потом уже проверка на нелегал, имею право. Ага, так, и ты тоже давай, и тебя, нелегального оружия нету. Все, ребят, спокойненько дома сидим, никто никого не тронет, и никто до вас не доебется. До свидания. До свидания. Давайте по-другому пойдем. Вот пошли грабить нахуй. А я еще не знаю. И что ты оружие достал? Куда едем? Нормально все с тобой, не? Ты нас не видел. Я вот нас затылком чувствую ствол какой-то. Ты вот реально думаешь, что ты осилишь, блядь, да? А, ну да, вас же дохуя. Но, знаешь, не самый прикольный вариант вот так вот посреди улицы и доставать. Я тебе просто по личному опыту говорю, это кончается обосранными штанами. Арбуз. На нахуй, сейчас пацаны их разъебашут. Поеблу, сука, каждому. Да, блять, туда каждого скота, блять. А теперь смотрим, что такое общественное место на Umbrella RP. Общественные места.
Общественные места. Самооборона при попытке их ареста. Ну, ареста не было никакого. Дорога, кроме пустыни, прилегающая территория к спавну. Холл мэрии, детские площадки, зеленая зона, фонтан, элитный район, первый этаж элитного района, пятиэтажки. А, первый этаж пятиэтажки, отели, ПУ, торгового центра. Ну, это буквально возле дороги. Это буквально возле дороги происходило. Стопаем демку. Здравствуйте, у меня вопросик такой. Почему вы оружие достали в общественном месте? Хорошо. У вас будет бан за арми-ТРП нарушение правила. Разбор своей чего? Я не понял на самом деле. Ну ладно. 15 минут, 1.50. Разбор своей. Ботов не могут нормально настроить, они толком даже фразу не могут выговорить. О, тело бежит. Лицом к стене. Раз, два. Так он час только начался. Ага, 250 секунд до конца его. Оп. Оп. Не дома в каче. Блин, пожалуйста. Чё-то, я смотрю, 60 человек, но 60-ками-то не особо и пахнет. Или мне что-то кажется, или не кажется, но я хз, где 60 человек? Типа тут есть люди, нету спору, да? Но не 60. Фил, хозанец, фил. Послушайте, Анис, слушайте дядю Навального. Давай, братан, подходи ко мне, я тебя, блядь, член покажу. Слышите, ребят, а этот больной, он как с вами или не с вами? Привет, мне просто интересно очень, за что ты убил-то меня? Тебя? Ну да. Типа ты хочешь сказать разбор со своей же жалобы, да, сейчас? Ты, может, по-русски не понимаешь, просто за что ты убил? Ты мне хоть бы причину узнать, может, я что-то не так сделал? Причина была, ты на моей территории находился, это моя территория была. Так. А, подожди. А как-то это отмечено было? Киллзона, что ли? Так, а давай. Ты сейчас читаешь правило 1.8 за что? Потому что не было у меня НЛР. А НЛР у меня был в доме, а дома тогда не было. Получается, НЛР у меня в воздухе. И там, где вы стояли с калашами... Короче, фрикил можешь выдать мне. Я не могу тебя выдать. Я тебя даже спекнуть не могу. А ты ему тогда выдашь 1.26, 1.5 за меня? Ага, все, я увидел. Ну все, я жду тогда, когда его накажут. Ну ладно, пусть ему выдают наказание, я к этому уже никакого отношения не буду иметь. Итак, ребята, как вы можете заметить, я провожу обычные будни полицейского, проверяю людей в комендантский час на нелегал, и если что-то нахожу, то, возможно, сажаю их, либо отпускаю, если еще есть время дойти до дома. Казалось бы, что же может такого интересного и неоднозначного произойти? Лицом к стене встаньте. Первые две минуты, ладно, допустим. Окей, встал. Что-то хотели? Все, домой. Вы тоже. А зачем я к стене вставал? Проверка на нелегал. Какая лицом к стене становитесь. А какая причина была? Проверка на нелегал, комендантский час. Все, домой. И вы давайте тоже. А теперь рубрика «Кто хочет стать долбоебом на Dark RP?». Что же он все-таки понял для себя под фразой «И вы тоже» после того, как перед ним поставили лицом к стене и проверили двух человек в комендантский час? Наверное, просто так на него наставили оружие, как он считает. Наверное, просто так ему сказали сделать то же самое, что и предыдущие два человека. Но если вы считаете иначе, то напишите ваши варианты в комментариях. Да, такой вот гениальный в кавычках байт. Неподчинение. Какое неподчинение? Такое, блядь, тебе сказали лицом к стене, ты, сука, побежал водные процедуры проводить. Ну дебил. Ладно, окей, хуй с ним. Сейчас чувствую, доебется он до меня. Доебется, мне кажется. Ну ладно. Добрый день, выйдите, пожалуйста, на улицу. Я вас не арестую за то, что вы будете якобы не дома. Так это не... Я ж дома, это... Не, я понимаю, мне просто проверить вас на нелегал нужно, но по закону я не могу просто так заходить к вам домой сам. Выйдите, я вас проверю и зайдете обратно. Это 2 секунды буквально. Да, хорошо. Угу. Все, давайте, заходите, все нормально.
Проводите меня до дома, вон мой подъезд, а то комендантский час. Давайте, не могу давайте за мной, за мной, за мной. Давайте, давайте. Если нам тесно, то так и спасибо. У нас поступила жалоба в речении 1.11.39. Вы затайзерили или арестовали человека без причины. Объясняю ситуацию. Данный молодой человек. Я помню ситуацию, да. У меня тоже жалоба. Ну, на что жалоба? На ФРРП. Так вы говорите ему, ты тоже. Ставите его лицом к стене, не делая отчет. Вот. Да. Ну да, я его ставлю лицом к стене, и он от меня убегает. Садится за неподчинение. Нет, смотри, ты одного человека с отчетом посадил, второго говоришь, ты тоже его начинаешь обыскивать без причины. Без причины, кстати, обыскивать нельзя, если что. А потом поворачиваешься ко мне, говоришь, ты тоже. Я уже начинаю просто отходить, ты меня тайзеришь и, получается, сажаешь за неподчинение. Ну да, ты отходишь от человека, который отдает тебе прямой приказ стать лицом к стене, и что тут такого? Нет, ты не говорил приказ лицом к стене, ты сказал, ты тоже. На демке у меня все записано, если что. Так, и что? А ты что-то из этого не понял, что тебе сказали? Призрак, пойдемте равно... посмотрим вашу демонстрацию. Хорошо. В ожидании зайдите. Смотрят они эту шедевродемку и находят у меня аж целых 3 нарушения. А какие? Это фрикаф, фришок и фриарест. Ребята, я понимаю вас, отставить удивление. Я тоже был удивлен так же, как и вы, когда записывал это. Хоть на вебке этого не особо видно, потому что на вебке это буквально камень нахуй в наушниках и с микрофоном. Но да, я впервые снимаюсь на вебку и особо не понял, как еще показывать эмоции. Но в чертогах моей души я также охуеваю, как и вы, с его решения. Самое интересное их оправдание будет это то, что я якобы не давал никакого точного приказа. То есть я вообще как будто просто по приколу с ним поговорил. По нарушениям Джорджик имеет 1.11, 1.31 и также 1.39. Фритайзер, фрикаф, фриарест. Вы сказали, вы тоже, вы не сказали ему лицом к стене. Ага, то есть тогда у меня вопрос. Раз я ему сказал «вы тоже», а что он под этим для себя понял? Че, у тебя в правилах написано, нет, я у админа спрашиваю, но что ты под этим для себя подразумевал? Вы тоже, раз ты убежал от вооруженного человека, что недопустимо согласно правилу 1.9. Когда тебе угрожают оружием, ты не можешь совершать резких движений, даже несмотря так на то, что никаких, ты маньяк. Вы никаких приказов ему не отдавали, вы просто сказали, вы тоже. Все, приказов. При нем ставят двух человек лицом к стене, и ему говорят сделать буквально то же самое. Вы тоже. Ты что, серьезно не понимаешь, что это значит? Или ты, может быть, прикидываешься? Ну, вы должны были сказать ему лицом к стене. А где это прописано? Вы этого не сказали? Где это прописано, скажи? Ну, он же должен это как-то понять, что ему тоже. У него, я не пойму, у него лишняя хромосома, возможно, что он не понимает элементарных вещей. Какая? Ну что, ну, просто я уже спрашивал у другого админа, это Тов Ноланд, он сказал, что здесь нарушение 1.9, это ФРРП. Вы должны были ему предъявить какой-либо приказ. Приказов не было. Абсолютно. А от кого он тогда почему убегал, мне вот интересно? Ну я откуда знаю. Ну в смысле откуда знаю? Ты же демку смотрел чем-то? Я посмотрел. Ну да. Ну да. А чем ты демку-то посмотрел? Раз ты не понял от кого и почему он убегал. И увидел. Так нет, он просто слышит, ты тоже и пошел. Идет. А, да, то есть он на демке стоит, смотрит на вооруженного человека до тех пор, пока ему не отдают явный приказ сделать то же самое, что делали люди в прошлые 2 раза, и он после этого решает просто убежать от вооруженного человека, да? И ты в данный момент закрываешь на это глаза на нарушение. А почему? Какое нарушение? На нарушение правила ФРРП, о котором уже говорю не один я, а также другой наборный админ, который, кстати, чуть постарше тебя. Не наборный админ. Покупное. Но тем не менее, но скорее всего, мне кажется, что в ситуации может также и он разобраться. Может, позовем? Не интересует. Не интересует? Тебя интересует разобрать нарушение и настакать нарушение, да? Для одного человека, а на нарушение другого ты просто закрываешь глаза, да? Я не увидел здесь нарушений. А ты просто не смотришь. Ты пошел для виду демку посмотреть, увидел то, что тебе нужно, и все. А от чего ты тогда убегал, вот мне интересно. Ну то есть тебе угрожают оружием, а ты убегаешь от человека, почему? Смотри, ФРП считается, если человек наставили оружие и дали приказ. Допустим, если бы по твоим словам, если считать, то получается, любой, допустим, спецназовец, ходящий по улице с оружием,
то человек, который перед ним пройдет и начнет бежать, по твоим словам, это тоже будет считаться как зефир. Нет, нет. Буквально сравнил хуй с пальцем. Его идея это, блять, вообще что такое? Он приводит мне в пример ситуацию, которая сюда совершенно не подходит. Ситуацию, где вооруженный человек идет просто по улице и мимо него проходит какой-то гражданский. И у этого гражданского, по его логике, тоже будет тогда фир РП. Ну что это за бред ебаный? Да. Не сравнивай хуй с пальцем, пожалуйста. Не сравнивай хуй с пальцем в том плане, что человек идет просто с оружием, мимо него кто-то пробежал, и это фир РП. При нем отдают приказы людям встать лицом к стене, одному, второму и ему третьему. Говорят, чтобы он сделал то же самое. Что здесь непонятного, собственно? Но он не понял. Вы не отдали ему приказ. Нет, он понял прекрасно, от чего он и начал убегать. Он начал от этого убегать. Призрак, а ну-ка еще раз зайди. Хорошо. Я не понимаю, что ты хочешь еще увидеть на демке, когда он стоит, смотрит на вооруженного полицейского до тех пор, я пока ему не отдают тот же самый приказ, и он начинает убегать. Я хочу посмотреть, правда ли то, что он просто запрыгнул на эту штуку, на металлическую, развернулся к вам, хотел попрыгать дальше, то бишь хотел пойти дальше вперед. А вы его тайзерите после этого. По-моему, он не убегал, а просто запрыгнул на эту штуку. В смысле? Он пошел от меня в другую вообще сторону. Он не подчиняется приказу ГОСа. Ты как разбираешь жалобу-то? Вот мне интересно. Ты, может, рофлишь как-то с этого ЕХЗ? Он развернулся, хотел пойти в другую сторону. А я откуда знаю, что он хотел сделать? Откуда я знаю, что он хотел сделать? Откуда ты это знаешь? Он не убегал от вас. Подожди, откуда ты знаешь, что он хотел сделать? Я увидел это на демке. Ситуация закончилась на том, что он не послушался приказа и получил за это арест. Предупреждение за 1.38, неадекватное поведение. В чем неадекватное поведение? Он разворачивается в сторону. Ты сидишь, человека оправдываешь. Неадекват у вас выходит, неадекват у вас уже выходит. В чем неадекват, если ты человека оправдываешь? Он прыгает на... Вам объяснить? Или просто выдать наказание? Он прыгает на вот эту железную металлическую штуку, которая вон там находится. Прыгает, разворачивается, нажимает W, и в него прилетает тайзер. То бишь он хотел пойти в сторону вашу. Да. Ну, он не послушался приказа, который ему отдал полицейский с оружием. В том-то и дело, что не было приказа. В смысле, не было приказа. При нем ставят лицом к стене двух человек, и ему говорят сделать то же самое, и он, я не поверю, что он не понял, что от него хотят. Вы не поверите, а то есть человек не может в причинно-следственную связь, но может зайти показать тебе демку, а ты можешь его просто выгородить, да? Потому что ты оправдываешь человека, и твои слова вообще не имеют никакого веса. Ты оправдываешь его просто так по приколу. Я не буду вам объяснять дальше нарушения, вы перебиваете немногократно. Угу. Просто выдам вам наказание. Давай, 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 пиздуй. Вот так вот и прошла первая жалоба. Мои ощущения, как у обычного игрока, которым я притворяюсь, как и обычно, полная беспомощность. Во время этой жалобы мы выяснили следующие вещи. Первое, это то, что админ долбоёб. Еще мы выяснили то, что он открыто покрывает человека, который тоже нарушил правила, но с его нарушением он разбираться как-то особо и не хотел. Мне это вообще почему-то напомнило прикол про сына депутата, который на машине там посносил пол города, а на записях с камер его совершенно нигде нету, и просто объекты на этой камере, которые снесли вроде бы машины, они сами по себе разлетаются, и ничего там не происходило. И самое ржачное, что они мне на серьезе утверждали, что вот он правда не понял, что от него хотят, и потому он убежал от вооруженного человека. Удобная вообще причина, чтобы не нарушать якобы фир РП. Круто. То есть в то время, когда идет комендантский час, несмотря на то, что он говорил, что я якобы без причины людей обыскиваю, я осматриваю двух людей, отпуская, очередь доходит до него, он стоит за этим всем наблюдает, но как только я к нему уже обращаюсь, он решает, куда-то убежать. А куда, зачем и почему, мне просто-напросто не хотят отвечать ни админ, ни игрок. Вместо этого они берут и стакают мне неадекватность, хотя тут вообще неадекватности никакой нету. Я никого не оскорблял, ни на кого я не орал. Единственное, что я делал, я пытался просто объяснить, почему тут реально фир РП. Но я понял, что объяснять бесполезно слишком поздно. И кстати, да, в этом случае неадекватность лучше было приписывать, а просто помеху жалобе.
Но мы забыли, на каком серваке мы играем, и даже несмотря на то, что тут есть правило, против душнил направленное запрещено накручивать нарушения, какой-то компромат намеренно собирать против одного игрока, тут все равно этим всем занимаются. Иначе почему мне за один якобы фриарест раскручивают его до трех нарушений, именно фриарест, фришок, фрикав? Ну да ладно, это полбеды. Потом мне надо было подать жалобу на этого админа и на того игрока, которого он выгородил. И я нашел на серваке куратора. Я решил его особо не отвлекать, один раз у него спросить, может ли он это разобрать час на серваке, чтобы я зашел, показал демку. Он мне сказал то, что все люди равны, и ты от них ничем не отличаешься, поэтому иди на форум. Привет, 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 я тебе писал. Помоги. Срочно, очень нужно. Что ты мне писал? А ПМ, ПМ, почекай. Я тебе писал, очень нужна помощь, правда. Так, для этого есть форум. Ну, я понял, о чем ты, понимаешь, что это все разбирается через форум, а не вот так вот подойди ко мне, помоги мне, вот это все. Нет. Так я к тебе сам подошел. Исключительно через форум. Но я тебе говорю, что это все проводится через форум специально. Ты не особенный. Мы все люди, понимаешь? Да, я прекрасно понимаю, просто эта жалоба сама небольшая по себе. Долго ее разбирать будет через форум. Ну так, раз она небольшая, тебе это не так долго делать. Давай. Окей, после этого мы пишем на форуме в Дискорде жалобу на того человека, который, по моему мнению, нарушил ФРРП, потому что пока на того админа жаловаться, ну, думаю, рано. Подаем жалобу по регламенту. Единственное, что от этого регламента отклоняется, это то, что у меня нету доказательств с ссылкой. Но есть одно единственное но. Я написал то, что я не могу загрузить эту демку на Google диск какой-нибудь, но могу в любое время, буквально, я не шучу, зайти и показать админу эту демку. Чтобы вы понимали, время около часа ночи, начало второго, да, и на серваке достаточно админов, которые могут разобрать эту жалобу и, возможно, даже просто созвониться в Дискорде, чтобы я показал демку на это. Почему я отметил время час ночи и почему это так важно в данный момент? Потому что в час ночи не бывает загруженности жалобами, и админы достаточно свободно себя чувствуют, они могут как поиграть, так и поразбирать жалобы. То есть пока мы будем условно смотреть мою демку, за мной очередь не столпится из 10-50 человек, которым срочно обморочно нужно тоже разобрать на какой-нибудь номер ПЖБ. Небольшой спойлер. Я подал эту жалобу и, ожидая ее рассмотрения, заметил, что взял ее рассматривать тот же самый админ, который этого же челика, ФРРП, который нарушил, выгораживал. Немного странновато, да? Так вот, он ее закрывает за недостатком доказательств. Забегая вперед, скажу то, что он по регламенту закрыл ЖБ, и в этом нету ничего такого, потому что доказательств как таковых я не предоставил, даже с учетом того, что я написал, что могу их показать. Я прекрасно понимаю регламент жалобы, нужно показывать ссылкой эту демку, а не просто заходить в звонок и показывать ее там. Но так ты ведь в игре уже смотрел эту демку от другого лица, и ты сказал, что там нету никакого нарушения, так зачем ты берешь снова эту же жалобу и просто так ее открываешь? Пусть, может быть, разберет кто-нибудь другой, или же кроме твоего мнения больше нет ничего другого? Я вам сейчас объясню, как я мыслю на этот счет. Вот у нас есть хронология событий. Это первое, нарушение его ФРРП, далее идет вот эта жалоба, где он его выгораживает, и потом я подаю жалобу в Дискорд, которую он отклоняет. Если вырезать из этих событий и выкинуть просто из памяти вот эту жалобу, где он выгораживает игрока, то у меня бы вопросов бы никаких не возникло, если бы он ее просто отклонил на форуме за недостатком доказательств. Но ты же видел эту ситуацию от начала и до конца, тебе он же показывал демку, это во-первых. И во-вторых, я просто не понимаю смысл так сильно дефать пытаться челика от 10 или 15 минут наказания. Жалоба моя выглядит вот так вот. Имя мое, Steam ID мой, его имя, Steam ID, нарушение, описание ситуации, время, дата совершенного нарушения и доказательства. Демку загрузить я не могу, но могу показать админу в любое время. Оно у меня есть. Доказательство его нарушения. А, он берет, разбирает и здесь же эту жалобу. Недостаток доказательств? Серьезно? Ебать, что он делает? Он же в данный момент есть на серваке. Он есть в доступе. Он может это все принять и рассмотреть. Но оно ему нахуй не нужно. Недостаток доказательств? Ты ебанутый, серьезно? Скажи мне, пожалуйста, чем ты, блядь, читаешь вообще то, что написал? Я написал, у меня доказательства, но загрузить я их не могу. Я могу зайти даже сейчас, даже в 5 утра, показать админу, чтобы он это посмотрел. Какого хуя у меня недостаток доказательств? Ты конченый? Ты вот, ну, больной, может быть, я не знаю, нормально у тебя все? Зачем ты берешь, блочишь эту жалобу, которую я хочу, чтобы нормально разобрали? Все.
Зачем ты блочишь эту жалобу, чтобы нормально ее не могли, да, никто не мог разобрать? Зачем ты это делаешь? Я, по-вашему, не нормальный? Ну, достаточно, да, ты ненормальный. Ты нормально не захотел ее разобрать, когда была возможность? Я ее теперь подаю в Дискорде, ты ее там же тоже берешь, отклоняешь за недостатком доказательств. Ты сказал, у меня есть демки, я не могу их загрузить из-за интернета слабого. Но показать их по Дискорду могу спокойно. Но проблема в том, что по регламенту наборной администрации такие жалобы отклоняются. Понимаете? То бишь, вы должны прикрепить демонстрацию. Какому регламенту? Ты по регламенту не захотел смотреть нарушения и разбирать нарушения игрока, когда я тебе об этом говорил еще на жалобе. Зачем ты опять второй раз? Что-то ты не разобрал. Ты от меня жалобу никакую не принимал. Я разобрал жалобу на Нет. него. Ты закрыл глаза на его нарушение. Ты ничего не сделал с ним. И сейчас ты берешь, просто блочишь за недостатком доказательств. Ты серьезно? Тебе сказано в тикете спокойно. Тебе черным по белому написано в тикете о том, что есть демка, но ее просто можно показать. Что? Тебе говорят о том, что можно в любое время зайти и показать админу демку. О чем речь? Ну, а не должен быть все доказательства. Так пусть разберет нормальный админ какой-нибудь. Зачем ты эту же жалобу, знаешь, что на кого и от кого она подается, берешь и разбираешь и отклоняешь сразу? Бля, реально, как таких вообще земля носит? Я в ахуе. Хорошо. Я выдаю вам наказание за 1.17.2. Да пошел нахуй. Оскорбление администрации. Мне куратор ответил, что я такой же, как и все люди, и я должен буду подать, пойти жалобу в Дискордик. А почему он в Дискордик тогда не идет, не подает жалобу? О, прикольно. О, коллаба, Джорджик. Джорджик за администратора на данный момент. Отдаем 1.6, отдаем 1.5. А, нет, отдаем 1.3, отдаем 1.6. Джорджик, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Джорджик, смотри, эта жалоба поступила по поводу того, что ты оскорбляешь данного администратора. Как? В профессии, в которой ты находишься на данный момент, получается. Как? Такое было? Ну как я его оскорбил? Не вижу, как он тебя именно оскорбил. Сейчас на домике посмотрю. Он дискредитирует наборного администратора и за администратора оскорбляет людей, что является нарушением этой мазинтри. Сейчас на домике пересмотрю. Да я всего-то высказал, типа, как земля носит таких админов, которые берут и закрывают жалобы, которые относятся к ситуациям, которые они разбирали и не захотели это разбираться сказал, нормально. Да? Да, это я ему сказал. Ты был за администратора, правильно понимаю? Да, да, да. Ты понимаешь, что это нарушение пункта правил администрации, то есть... Вот это нарушение я могу спокойно признать, если это нарушение по правилам, но... А как так вышло, что я тебя просил рассмотреть жалобу, ты, ну, турнул меня, а стоило ему проспамить тебе личку, ты ответь. Ты мне это говоришь? Ну да, просто, а как это работает? Один человек равен с другими, а другой более ровный, да? Так и здесь. Смотри, при чем здесь вообще тут равен с другими, когда я только что пришел и висела жалоба? Мне вот данный игрок спамил, чтобы ее разобрать. К чему вопрос, кто равен, а кто не равен, ты о чем? Ну, к тому, что я к тебе также просто подходил с просьбой разобрать жалобу, где у меня большая демка, я ее не могу загрузить. Я пошел на форум, так же, как ты и сказал, я описал свою проблему. Так это жалоба на 1.17.2, то есть оскорбление администратора. Я понял, но мою жалобу ты можешь разобрать так же? В данный момент оказалось так, что, оказывается, ты это сделал за администратора. Впоследствии это переходит в нарушение правил администрации. Ага. Понимаешь? Сказал бы, что я ненормальный. Да это понятно, Но ты можешь мою жалобу потом так же разобрать? На форуме разбираются как форум, понимаешь теперь? Так ее и не разобрали? Мы сейчас разбираем жалобу данного игрока. Мою жалобу когда кто-нибудь разберет? Когда кинешь ее на форум, можешь. Ее отклонили только что, я о чем и говорю. Он сам отклонил жалобу, которая имеет отношение прямое. Сейчас проверю. Он отклонил жалобу, которая имеет отношение. Я об этом говорю. Я не могу никому пожаловаться. Ты не отвечаешь. Он отклоняет ЖБ, к которой он имеет отношение. Так ты не прикрепил доказательства. Да я понимаю, я не могу прикрепить доказательства. Я могу только в Дискорде демкой показать. У меня интернет не грузит такие демки большие. Мне нечем нарезать ее. Стойте. Молодой человек, а зачем вы обманываете администратора? Какое я отношение имею к данной жалобе? Я ее разбирал в игре,
после чего разобрал ее в жалобах на игроков. Вот и все. Ты ее не разобрал. Ты ее просто турнул так же, как ты и не разобрал и в игре. Кто тут кого обманывает? Так, давайте перейдем к нашей жалобе, хватит уже. Смотри, он мне сказал, ты ненормальный. Я уже выслушал уже, что он сказал. Так вот, ADM1.3 это первое. Второе. Если у вас есть жалоба на администратора именно, которая жалоба по ситуации, которая была на жалобе, а не в какой-то, а не в каком-то РП моменте, вы подаете на форум, понимаете? А не разбираете ее здесь. Это понятно, но я не могу демку загрузить. У меня есть демка, но я загрузить ее не могу на форум. Загрузить демку может каждый. Я не могу ее загрузить, у меня интернет не тянет. Меня не тянет интернет, я могу только включить, показать ее, и все. У вас не тянет интернет на YouTube? Да, у меня загрузка несколько часов занимает. Какая у вас скорость интернета? Очевидно, что хреновая. Ну и я вас спрашиваю, какая? Я не замерял, но это хреновая скорость интернета, при которой я не могу просто. Я вот тебе факт говорю, что я не могу загрузить демку. Но показать ее могу. Но смотрите, у вас будет бан на 3 дня. Я думаю, 3 дней вам хватит, чтобы загрузить демку. То есть ты даже сейчас, с учетом того, что 1/2, когда никакого наплыва жалоб нету, ты не хочешь с этим разбираться? Я не имею права с таким разбираться. А как это ты не имеешь права? Вне формы, понимаете? Вне формы не имею права. А ты мне сейчас, подожди. Но ты же мне сейчас АДМ хочешь выписать, да? Так как это перешло в АДМ правила. Да, иначе так у меня жалоба тоже на АДМ, понимаешь? Правило. У меня жалоба также на АДМ и на правила РП. Изначально жалоба на АДМ. Изначально. А данная жалоба изначально была по РП правилу, а не по АДМ правилу. Но в итоге-то ты АДМ разбираешь прямо сейчас, скажи. Так как оно перешло в АДМ. Я вам, может, уже объяснил уже в третий раз, почему вы меня плохо слушаете. Ну да, так у меня тоже сама жалоба началась с ФРРП, а перешла в АДМ. Увы, я вам выдаю наказание. Алло. Вопрос. АДМ-1.6 за то, что он говорит, то, что как таких, как я, земля носит. Это разве адекватное поведение за АДМ? Вполне себе адекватное, вполне. Написано, что нельзя не адекватить. Вот, так я полностью адекватен, я просто хочу, чтобы мою жалобу разобрали, а меня везде как бы посылают, что куратор, что наборка. Крутой сервак. Я вас не посылал абсолютно никак. Ага, ага. Я разобрал жалобу абсолютно корректно, на что у меня есть демонстрация экрана. Так у меня тоже демка есть. На тот момент у вас были нарушения правил. Я даже помню до сих пор каких. Ага, понятно. Так я тоже помню нарушения твои. Просто прикол в том, что твою жалобу разберут, а мою не разберут. Вот в чем прикол. Разберут, вы ее подайте. Не разберут, не разберут, и все. Видишь, не разберут. Это нахуй тут никому не нужно. Это нужно просто, знаете, как сделать? Закрыл правомерно, окей. Но посмотреть демку он все же может. Проверка на нелегал, комендантский час. Все, домой. И вы давайте тоже. Вот я ему говорю, вы давайте тоже. Угу. Вот вы давайте тоже. Что ты под этим подразумеваешь лично для себя? Ну, я понимаю, что тоже надо встать. Такое, блядь, тебе сказали лицом к стене, ты, сука, побежал водные процедуры проводить. Ну, да к нему рядом становите, кормление госа не подчинили. Вот он уже где-то тут... А, вот он жалобу подает. Вот я где-то тут оказываюсь на жалобе сейчас. Не, ну я с тобой согласен, да, здесь какой-то пол. Да, уже, это а уже второй друзья, человек. Что ли, или что? Они друзья какие-то, что ли, или что? Не знаю. Нету доказательств, я спекал, не общались они в игре, нигде. Ну, а в переписке лично я, увы, залезть не могу. Интересно, это на самом деле работает у куратора? Вот один человек ко мне подойдет, попросит разобрать небольшую жалобу или просто показать демку, чтобы найти какое-то нарушение. Я его пошлю на форум. А если другой человек мне просто пробьет ПМ с просьбами разобрать жалобу, то я, конечно же, тэпнусь и разберу ее. А чё нет-то? Тут же все равны, ребят, чё такого? Да и тем более, это жалоба на АДМ, которую нужно разбирать через форум. Но эту жалобу на АДМ он разбирает не через форум, потому что это изначально только было не на АДМ жалоба, а в АДМ она только потом перешла, когда выяснилось, что я это сделал в админ-профессии. Так и у меня изначально жалоба была не на АДМ, а просто на ФРРП. АДМ бы оттуда потом бы вытек, когда мы посмотрели бы демку. Но его это не волнует, для него все люди равны, но кто-то более ровный. В этом и есть весь DarkRP.
Это наборные админы, которые покрывают донатных, это админский блат кругом и всюду, и так по кругу. Не надо потом только ныть, то что я привилегиями как медийка своими пользуюсь в таких случаях, хорошо? Потому что он мне потом еще и неадекват выписывает. Я вижу, да. Я ему пытаюсь объяснить, почему это фир РП, а ему просто на это по боку, он начинает уже считать мне предупреждение за неадекват. Я вроде не орал там ни на кого. Было бы логично мне помеху тогда, наверное, выдать, раз это такая вот помеха разборки, что я его перебиваю. Ну просто хуйня какая-то, правда. Вот он якобы, вот он разобрался, как комп включить, он разобрался, как демку записать, показать, подать жалобу, но он не понял, что от него хотели, когда при нем ставят лицом к стене двух челиков, и ему потом говорят сделать то же самое. Вот он этого не понял. И он почему-то... Нет, тут ты прав абсолютно, это глупость какая-то. Я думаю, что это просто друзья какие-нибудь хорошие. Я это отдельно проверю потом, сейчас просто не очень удобно. Но по ситуации, да, бесспорно, когда я выдумал. Я думаю, его снимать надо будет завтра, посмотрим, там я с... ответственными людьми это обсужу, которые занимаются. Хорошо, но я монтировать, наверное, буду не один день там, то есть не прям завтра ролик выйдет. Короче, как решите с этими админами? Сняли, не сняли? Просто дай знать тогда. Вот, я, если да, что-то... без проблем я себе отпишу, да. Мне для отчетности, чтобы ребята знали. Им просто важно, пипец как, чтобы там увидеть, кого, как забанили, за что, почему и зачем и так далее. Я понимаю. Да, хорошо, я тебе напишу по поводу ВК, да, лучше все-таки, если есть возможность, лучше туда. Окей, да. Хорошо, давай, тогда буду ждать. Все, спасибо, давай, что спасибо. Разобрал. Все, спокойной ночи. Да, без проблем, давай, давай. Ну все, получается. Господи, боже мой, какой же дурдом, блин. Этот Dark RP, это просто клиника, нахуй. Ну да, он закрыл он правомерно жалобу, но сам факт, блядь, то, что он... Закрывает, он знает, на кого это жалоба, он знает, по какой причине это жалоба, и он просто ее берет, закрывает. Закрыл он это, что там доказательств нету, окей, но, блядь, пусть другой админ разберет. Возможно, другой админ захочет просто посмотреть демку. Пол второго ночи, или сколько там, час ночи, начало второго. Не загружен жалобами, у него нету супер огромной кучи работы, которую ему нужно как админу делать. Полюбас найдется другой игрок, который захочет это разобрать. Но не бывает такого, что там... Все как роботы сидят. Но нет же. Пизды получил на 10 минут. Этот улетел на 3 дня. ДМ1.4, 1.11 и 1.13 дважды. Вот такие пироги. Да, все на Dark RP равны. Куратор этого сервака не врал. Вот. Вот вам и равенство. Мою жалобу никто не хотел принимать, но можно было, оказывается, заспамить куратору личку. И жалобу сразу как бы примут. Вот. Да. Все равны, ребят, на Dark RP, вы не подумайте. Все равны абсолютно. И только потом не надо ныть то, что вот, я пользуюсь тем, что я медийка. А как, блядь, в таком случае не пользоваться этим? Я вроде бы не попросил что-то сверхъестественное, типа перебанить нахуй весь сервак просто потому, что меня выбесил какой-то чел, нет? Я просто попросил демку посмотреть. И мне, ну, грамотно ответили то, что... жалобу, то, что закрыл он на форуме, окей, тут нету нарушений, он это сделал все по регламенту, действительно, как оно и есть, и тут претензии любые с моей стороны, они будут недействительны, потому что регламент есть и регламент. Но то, как он, блядь, разбирал жалобу, это уже другое дело, это уже дело АДМов нескольких, которые он нарушил. Вот такие пироги. Ну, а теперь я под конец все-таки взгляну вам в глаза. А что сказать, я еще не придумал. Пока я думал, что сказать, мне пришел ответ от человека, который разбирал мою демку по поводу того админа. Он получил к этому бан на 3 дня, еще 2 варна и 1 пред. Поэтому, ребята, вы можете закончить начатое, только не так очевидно, чтобы не спалиться на душнилове.